Всем здорово, ребятки! Бля, нахера на 10к? У меня нету столько денег, блядь. И чё у меня за расстановка, блядь? Скорее менять. Турчик с умаром, ребятки. Турчик с умаром. И здесь я уже буду проигрывать, потому что у меня расстановка, видели, как... Да это я играл в бич-арену. Поэтому такая убогая расстановка. Красавчик. Все, норм расстановка. Бля, на 10, блядь, к играть у меня, блядь, всего 20. Зря он кинул эту Англию, блядь. Не, они попали. А сейчас может быть 2-0. А, он от угла будет бить. Да ладно, я бы отверх ударил. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Жесть. Какая жесть. Забьем. Воротка-то свои надо закрыть. Хорошо. Нет, так я не смогу ударить. Зажимает, блядь, как обычно. Ну это гол. Блять, пизда, даже Умара хуй выиграю, блядь. Ну это просто пиздец, нахуй. Просто пиздец. Пиздец. Такое чувство, что, знаете, за всех этих людей играет просто какой-то другой человек, который, блядь, просто всех в сокере ебет. Он берет у всех аккаунты и просто играет. Но не могут так играть, блядь, лохобаны, блядь. Просто не могут. Блядь, ну здесь хоть повезет-то, нет? Нихуя. Да, моя ошибка то, что я спешу всегда. Не чувствую, как Амир говорит, почувствую, блядь, гол. Не чувствую, а гол и ебашу, блядь. И так же проигрываю. Ну, еще и везет ему, пиздец, как все рикошеты залетели. Нет, в Англии играть не буду. В Англии я с тобой играть не буду, к сожалению. Умар, у меня нет столько денег, а мне еще пас набивать. Сыграем мы-ка с тобой, блядь, на 100 монет. На 10 тысяч я играть не готов. Тут попроще, да, двух голов, блядь, забил на фарт, блядь. 1-0, 1-0, Умар ведет. Я вообще, блядь, что-то в эту игру разучился просто играть, блядь. Просто меня все выносят, блядь, все. Смотрите, что творит, блядь. Ну это просто ж пиздец какой-то, да? Да, Умару проебать, ну это пизда. Ну мы все равно уже не вышли, как бы похуй, но проебать Умару это реально позорище, блядь. Не забивший, блядь, ни гола при этом, представьте.
Пиздец. Нельзя давать ему поджимать. На поджиме он, видите, меня обыгрывает на ура. Ну, еще и рикошеты все влетают в мои ворота. Пиздец, ну как же ему везет? Как же подставы-то, блядь, не получается? Я просто не пойму. И здесь не везет, охереть. Блять, каждый удар, блядь, в ворота точный, пиздец. Забиваем по центру дыра охуенно и 2-0. Почти, почти забил. Просто лупит, блядь, наугад, и, блядь, реально получается. Вот это, блядь, просто я в шоке над этой хуйней. Просто наугад лупит, и, блядь, реально попадает, блядь. Попадает наугад, блядь. Пиздец. Такой бред, блядь. Попадет. Почти. А вот это хороший гол, вот это хороший гол. 1-1. Ну всю игру он меня штурмует, просто, блядь, по-жесткому штурмует. Вы как такими задротами-то становитесь, ребята, блядь? Конченными, блядь. На нахуй, блядь, два невероятнейших гола превращают, блядь, позор, блядь, в 1-1, блядь, охуенно. Без везения я тут никуда. 1-1. Да как так-то, блядь? Ну пиздец, как так вы в углы-то все, блядь, попадаете легко-то, ёбаный рот, блядь? Вы чё-то резы, что ли, блядь? Заебали со своими аимами уже нахуй. Пиздец, блядь. Аимщики хуевы, блядь. Ща, если попадет, это АИМ нахуй, я вам отвечаю. Нихуя. Блять, надо забить такой. Как, блять, как? Да, сука. Проебал 2-1. Ну, блять, видите, нихуя не могу в угол. С Димоном попадаю, блять, тут не могу, блять. Ну, какой-то бред. Да, 2-1, Умар, уже победы не будет. С Умаром не везет вообще конкретно. Последняя игра, ребят, или всосал, или 2-2. Два-два я сыграл только один раз с Димосиком из Омска, все.
И углы даже не летят. Ну понятно. Короче, блядь, все против меня сегодня. И углы, и вся хуйня, и не попадание, блядь. Ну это жесть. Просто жесть. И у него вся вот эта шляпа залетает ссаная, блядь. Просто жесть, короче. Что ни удар, у него все, блядь, летит в ворота. Все летит в ворота. Рикошет, залупет, блядь. Все взалетает. Просто на ура. Только подставы я могу забивать. Да, забил два красивых гола через катку. Ну, в предыдущей катке. Ну, фортуны никакой нету, бля. Просто никакущей. Один-один. Блять, такой надо вообще вколачивать, как гвоздь, блять. На нахуй! 2-2, ребятки! 2-2! Еле, сука, вытащил эту ничью. Жесть! Не везло вообще конкретно, но одно очко зарабатываем, хотя оно уже нахуй не нужно, мы уже никуда с джунглей не выйдем. Ну, ребят, ради просто контента, ради матчей. Не АФКшить, а играть. Всем удачи, всем пока, ребят. С вами был Ромэн. Иммортал, не знаю, сыграет со мной, нет, но Умар, спасибо за игру. Пока.